Почти на всю территорию нашей страны пришли резкое похолодание и снегопады. Это сразу привело к серьезным проблемам. В первую очередь, конечно, на дорогах. В Ижевске за сутки число аварий выросло в 10 раз. Сотни домов на время остались без отопления. В Пермском крае трудности в воздушной гавани. Там из-за снегопада отменили десятки рейсов. Непогода сказалась на работе аэропорта в Татарстане. Циклон пришел и на Сахалин.